Какой-то жесткач, ребят. Ну что ж, народ, всем привет. С вами Оксида. Сегодня мы опять с вами посмотрим небольшую инди-игру из серии... Из серии Слендермена. Называется Elementary. Ну, как раз начало учебного года, сентябрь. Что поделать, кто-то пошел в школу, кто-то в универ. Мне вот тоже надо выходить. Пока время есть, вот прохожу инди-хорроры. Ну и вообще, в принципе, свои проекты. Мы, похоже, играем за какого-то ребенка. Я не знаю, за девочку, за мальчика, ну, в общем, за школьника. Ну, собственно, элементари, да. Теперь мы находимся в школе. Твою маму. Ну кто так пугает? Так, что тут у нас и пишут? Давайте отвлечемся, а то мне уже как-то жутко. Go there one day. Поедем туда однажды. То, что надо сделать. Поговорить с боссом о увеличении зарплаты. Ну да, это хороший разговор, я думаю. Проверить номера на счете Джефферсона. Спросить Мэгги о вечере пятницы. Купить почву. Сойл, по-моему, почву, да, для сада. Демотиватор. Тут, в общем, короче, просто какая-то доска, не знаю, честно говоря. Какая наша цель? Написано было собрать 8 мишек. Плюшевых мишек, тедди-беров. Тедди-бера, да. Это вот таких вот тедди-беров надо собрать? Ребят, да вы гоните, вы издеваетесь. Это что такое вообще? Кто его насадил на этот рог? Кошмар какой-то. Ну ок. Ну а опять же таки, как бы, у меня цели нет здесь все собрать. Главное, чтобы меня тут не поймали. Слендермен всякий. Во всяком случае, you can't hide. Ты не можешь спрятаться. Что-то там написано кровью, не знаю. Вернее, я не успела просто разглядеть. Я так понимаю, что здесь вообще как бы лучше не стоять на месте, а ходить, потому что иначе нас просто схватят за мягкое место живо, и все, на этом дело закончится. Вообще, ребенок, ты вот скажи мне, что забыл вот тут? Что ты тут забыл? Вот что ты тут забыл? Как бы я когда вот была... О, господи, вот ТФ. Я явно не в такой школе училась. Я вот когда в начальной школе училась, я, ребят, честно скажу, школа рвалась. Мне очень нравилось. Но это было в начальной школе. 3 из 8. Потом уже как-то все охладело, честно. У меня такое ощущение, что мы сейчас отсюда выйдем, и нас Слендермен схватит за очень... Ууу! Фак-фак-фак! Бежим! А-а-а! Скотина. 3 из 8. Да, я, пожалуй, продолжу. Правда, я так думаю, нас сейчас на самое начало отправят, и все наши, как бы, труды пойдут на смарку. Ну, я так и думала, что там этот подвох будет. Так, у меня еще и игра вылетела. Засранище. В общем, короче говоря, у меня почему-то игра вылетела, ребят. Ну, это ладно. Я что-то подобного ожидала. Вашу маму. Ничего себе, тут даже еще есть... Дворик внутренний. Keep out. Нет прохода. Ну да, прохода нету. Давайте мы просто с вами еще походим немножко. Просто мне кажется, что ролик получился не слишком уж каким-то длинным. Я, конечно, понимаю, что меня сейчас опять Слендермен схватит за пятую точку.
прихватит, так знаете. Ой, блин! Скотина! Это у нас, оказывается, с вами, ребят, так, фонарик или что у нас там было? Исчезает, что ли? Ну, не знаю, как. О, фак, уйди, скотина, уйди. Уйди, скотина. Не хочу с тобой вообще даже разговаривать. И вообще пойду я во двор. Я пойду в другое здание. Я поняла, там занят, ты там ходишь, тебе это твое место. О, господи, вообще, что там написано на этих досках? Я даже не хочу останавливаться, смотреть. А что он так внезапно появляется? Как-то, знаете, так чпок, его не было, а тут он хопа и появился. Тетрадки тут, черновики, наверное, какие-то. Просто посмотрим с вами места, где здесь все эти мишки могут находиться. Господи. Эту комнату с рукой я помню. Мы, по-моему, где-то здесь находили одну из... Одного из, вернее. Мишек. Скотина. Напугал. Ну ничего, мы смогли сбежать. На этот раз. Я, конечно, не знаю, удастся ли нам дальше это сделать. Потому что тут, к сожалению, бежать некуда. Вот сейчас зайдем куда-нибудь вот сюда. Писали. Ну, даже школа наброшенная. Ее оккупировал Слендермен. Все отсюда сбежали. Ну, вообще, это печально. О, пошел вон. Пошел вон. Нам в другую сторону. Я так понимаю, как бы здесь помещение... меняются. Место их расположения. Ну, понятно. В общем-то. Как бы все предельно ясно. 2 из 8. Как бы атмосфера нагнетается тем, что эта сволочь... О, да, тут кого-то резали. Может так. Ага. Нет, это не то место. Ну ничего, сейчас он появится. Так вот, я опять сбиваюсь в смысле. Нагнетается музыкой и вот этими элементами неожиданности, что он тут может как бы появиться из ниоткуда. Понимаете, в лесу-то он хотя бы там, понятно, среди деревьев, там что-то где-то как-то. А тут он просто хопа, был... Не было, тут он хоп и появился. И хоп там поймал нас за левую пятку. Ну, в общем, вот такая вот тенденция. Давайте, может, попробуем сбегать вот сюда. Хотя, блин, он, наверное, точно тут еще опять появится. Милая довольно школа. Если солнышко сюда еще поместить... Тучки убрать и Слендермена убрать, так вообще прекрасно. Помню, когда была... Ну, сколько мне было лет? Наверное, лет 12. Мы на даче залезали в заброшенный дом. И не боялись, ведь вот реально. Конечно, у нас было несколько человек, но все равно как-то, знаете... Взяли фонарики, причем пошли где-то ближе к вечеру, вернее не к вечеру, а к ночи. О, еще один. Ну, сейчас нас тут точно схватят за мягкое место. 3 из 8. Ну, 3... О, пошел вон, нам в другую сторону. Пошел отсюда. Мы тут мимо проходили, иди вон. Прогресс. Уже 4. То есть половину мы собрали. Это прекрасно, по-моему. Мне, конечно, не нравится эта музыка. И то, что тут темно,
собой, честно говоря, никогда такого не замечала. Ну, хотя мне и писали даже в комментариях, что действительно никогда не слышали, что у меня такой может быть испуг. Почему у тебя так сердце колотится? Скажи мне, пожалуйста. О, фак! Вот, наверное, почему. Не надо оборачиваться назад. Ну ладно, мы хотя бы нашли 5 из 8. Так это прекрасно, ребят. Но продолжать я, пожалуй, не буду. На этом я закончу. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Оксида. Ждите новых роликов. У меня еще есть одна игра про того же Слендера. Называется она банально Слендермен, поэтому как бы ничего удивительного. Вот. Но она выполнена, знаете, в таком... Если кто-то смотрел, у меня тоже маленький летсплей. Хайд игра. Вот она, по-моему, тоже в пиксельном таком виде вот выполнена. Так что я по ней, пожалуй, тоже что-нибудь сделаю. Ну что ж, всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Оксида. Всем удачи и пока.